Всем привет! Обзор золотой инвестиционной монеты. Монета называется «Золотой кленовый лист». Чеканится канадским королевским монетным двором. На аверсе изображен портрет Елизаветы II. Номинал монеты 20 долларов. Эта монета конкретно 2018 года. Вверху надпись «Елизабет II», «Елизавета II». Монета обогнала по популярности, по продаваемости знаменитый Крюгерранд. На реверсе мы видим символ Канады, кленовый лист. Это их знаменитый канадский сахарный клен. Монета самая чистая в плане того, что она тут даже не 3 девятки, а 4 девятки без запятой. Это 24 карата. Это самое чистое золото, какое только бывает в монетах. Ну, тут вверху написано «Канада». По бокам 4 девятки тут, слева, справа. «Fine Gold», чистое золото. 1/2 унции. Это 16 грамм. Монета тяжеленькая, даже в руке чувствуются эти 16 грамм. Монета самая защищенная от подделок. У ней в листе, если сильно увеличить, в листе в прожилках есть лазерная гравировка и год выпуска. Монета очень красивая. Ну вот она у меня даже не в капсуле, а запаянная в таком целлофанчике. Ну вот, прям так мне ее в банке дали. Я ее не вскрывал. Цена этой монеты на сегодняшний день 900 долларов и продолжает расти. Все, всем спасибо, до следующего обзора.